Добрый день, подписчики моего канала! Сегодня утро, я решила своих внучат побаловать блинчиками. Но блинчиками не обыкновенными, а зеленым луком, чтобы побольше в их рационе было витаминок. Итак, начинаем! Прямо в тесто я нарезала зеленый лук и буду выпекать ленивые блинчики. Вот такая горка блинов у меня получилась. Это блинчики у меня с наружной стороны. А изнутри они выглядят так. То есть вся зелень осталась в блинах. Я думаю, что ни капли витаминов у нас не исчезло. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего, самого доброго. Пока-пока!